заседание нашего профбюро. И первый вопрос на повестке дня – это выборы профорга в группах первого курса. Мне надо, чтобы младшие кураторы должны сдать протоколы до конца... Что за демоническая сила? Мы желаем вам безлимитного потока идей и возможностей, успехов, как у Apple, силы и энергии, как у самого мощного процессора, миллионов, как у Билла Гейтса, чаробати счастья, ума, как у Эйнштейна. С юбилеем! Дорогие друзья, уважаемый Владимир Ефимович, коллеги, сотрудники факультета АВТ, сердечно поздравляем вас с вашим юбилеем. 50 лет в жизни человека – это возраст зрелости, а для факультета – это период расцвета. Мы желаем вам, чтобы следующие 50 лет прошли для вас плодотворно, в духе инновационного развития. Желаем больших успехов, радости, удачи во всем. Поздравляем вас!